В этом году молодежный инициативный центр открыл университет современного лидерства, куда на обучение приехали более сотни молодых людей. За 4 дня смены молодежь прошла 20 часов образовательной программы. Но это были не скучные уроки за партами, а креативные часы на сцене. У нас в университете современного лидерства обучают таким профильным дисциплинам, которые невозможно изучить ни в одном из образовательных учреждений. То есть теория лидерства, организация работы с молодежью, организация массовых мероприятий, пиар, организация работы общественных объединений и многое другое. В рамках смены проходил еще и областной конкурс «Я лидер». Более 50 юношей и девушек демонстрировали в каверзных заданиях свои лучшие качества. Мне очень понравился интеллектуальный конкурс. Я, конечно, не прошла его до конца и не победила, но, тем не менее, мне удалось пройти аж третий этап. Вот. То есть блеснул своим умом. Теперь двадцатке финалистов предстоит собрать все знания воедино и самостоятельно организовать мероприятие, по результатам которого жюри определит, кто достоин президентской стипендии в 30 000 рублей. Евгения Кременская, Виталий Немов. Новости Димитровграда.